Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 сервачок. И сегодня в видео мы поговорим о медийках. А именно, как стать медийкой, какие медийки вообще бывают и что из этого они вообще получают. Ну а я желаю всем приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра. Если ты хочешь с нами также играть на Majestic, то вводи при регистрации мой промокод HAMMON, который даст тебе 50 тысяч игровой валюты и платину VIP на 7 дней. Ну а мы погнали к ролику. Итак, давайте сначала разберем вообще, какие медийки бывают. Бывают платные медийки, бывают бесплатные медийки. Что касается платных медийок, я не буду об этом рассказывать, потому что те, кто хочет стать на платку, они и так знают, как это все делается. Я зациклюсь на бесплатной медийке, а именно тех людей, кто только начал снимать, только начинает снимать и так далее. Итак, чтобы стать вообще медиа-партнером Majestic, что вам надо? Вам надо иметь минимальные требования, они сейчас у вас будут на экране, после чего вступить в Telegram-бот канал, который будет в описании под этим роликом, и пройти небольшую инструкцию и отправить заявку. Как это делается, сейчас вы наблюдаете. После чего вам, если одобряет заявку, либо отклоняет заявку, не переживайте. Вы можете поснимать еще пару роликов, там, постримить и так далее, проявить актив. И, возможно, сама Majestic вам напишет и предложит вам сотрудничество. Либо вы сами просто напишите повторную заявку, и вам ее одобрят. Мы начнем с того, то, что, допустим, вы написали заявку, и вам ее одобрили. Что будет дальше? А дальше будет то, что вам напишут определенный человек, это будет ваш куратор, скажем так. И этот человек будет вам помогать во всем плане. Он для начала вам сделает промокод, сделает вам медиа-статус на сервер, в котором вы будете играть, сделает вам баннер, сделает вам гифку для роликов. Если вы на Твиче, то баннер сделает и так далее. То есть поможет первоначально все, что нужно для вашего снятия. Потом он же будет в прогрессе всего вам помогать. Ваш второй папа, скажем так. Или мама, если у вас будет девушка. Он будет, она или он будет вам помогать в развитии вашего канала. Это его, скажем так, работа. Плюс к этому вы у него запрашиваете какие-то привилегии для себя. К примеру, если вы захотите снять контент там про работу дальнобоя, но у вас первый уровень, и вам надо показать все три уровня. То есть вы пишете своему куратору, скажете так и так, мне надо второй уровень для снятия там ролика и так далее. Он вам дает добро. Вы потом идете в свой дискорд-канал, медиа-дискорд-канал, вас пригласят туда же. Там есть запросы, вы запрашиваете себе, получается, этот навык. И вам свободный пиар-ассистент потом заходит на 7-й сервачок, допустим, на моем примере, и выдает вам этот навык. Либо вам нужен там военник, вам также выдают военник. И так далее. Это именно то, что помощь в виде, получается, таких привилегий. Также у вас будет недельные выплаты. Какие выплаты, я уж не буду говорить, потому что у каждой медийки свои выплаты. У меня одни выплаты, у вас может быть другие выплаты, у третьего человека может другие быть выплаты. На этом мы акцент не будем заострять. И еще, чем хороша медийка, это whitelist. Опять же, whitelist, что такое? Все вы знаете, что на Majestic очень большой онлайн, а именно, то есть, бывает очереди по 500-600 человек, а бывает и больше, бывает и по 1000, и по 2. Этот whitelist, скажем так, вам помогает обходить эту очередь. То есть вы не сидите и не ждете это час-два, а просто заходите на сервер и играете. Допустим, вы запустили стрим, и чтобы у вас час контента не было в ожидании очереди, у вас делается whitelist, чтобы вы зашли спокойно. Так, идем дальше к привилегиям. То, что еще привилегии есть. Вы можете что себе делать? Заказывать там. Вы можете себе запрашивать скины, можете запрашивать себе тачки на видео, либо опять же на стрим. Вы можете прикреплять к себе именно администратора. То есть, допустим, вы стримите, да, и чтобы вас там не домогались, не был стрим-снайпера, вы прикрепляете к тебе админа, и он в течение всего стрима за вами следит и наказывает других игроков, ну, либо же вас, если вы нарушаете. Ну, конечно, вас не будет наказывать, но будет писать то, что, типа, вы нарушаете, не делайте больше так, потому что во время стрима обычно не наказывают. А если наказывают, то вы можете выйти. Это еще одна плюшка, кстати, медиа-партнера. Если вы получили наказание, а у вас стрим, вы запрашиваете у медиа, опять же, в Дискорде запрос, чтобы вас выпустили из тюрьмы. Вас выпускают из тюрьмы, вы доснимаете свой ролик, либо заканчиваете стрим, там, достримиваете то, что вы делаете. И все, потом отписываете обратно, и вас обратно возвращают в тюрьму. Нет такого, то, что вас выпустили и забыли за вас. Нет, по-любому вас обратно вернут наказание, которое вы получили. Это еще один плюс медиа-партнера. Ну и последний плюс, это то, что где вы увидите еще такое отношение к медийкам, особенно бесплатным,
где, как не на Маджестике. Я снимал на многих проектах, и именно такого отношения, в крупных проектах, именно такого отношения я не видел нигде, как на Маджестике. Поэтому все, кто стеснялся, либо боялся подать заявку, пробуйте. За это вас никто там по рукам не ударит. Пишите, отклонят заявку, опять же говорю, не переживайте. Поснимайте еще ролики, по-любому вы станете на эту медийку. Рекомендую играть на Маджестике, потому что, никак не Маджестик. Я раньше тоже думал, что это типа не тот проект, в котором можно играть, но все же, поиграв на этом Маджестике уже год, я понимаю то, что на другие проекты я, в принципе, не хочу идти. Да и меня устраивает здесь все, пока мисс. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, что непонятно, отвечу в комментариях. Ну а я со всеми прощаюсь, всем пока.